В Таразе арестовали водителя, лишенного прав на 7 лет. По улице Аль-Фараби в городе Тараз сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения. При проверке документа выяснилось, что 24-летний гражданин ранее за управление в нетрезвом состоянии и нарушение закона был судом лишен водительских прав на 7 лет. В этот раз решением суда правонарушитель подвергнут к административному аресту сроком на 10 суток.